сейчас поговорим о плитике. Московский город мечты уложит плитку в Ярославле. Плитку не просто где-то, а возле Вечного огня Успенского собора. Столичная компания с очень поэтическим названием «Город мечты» стала единственным, заметьте, участником аукциона на благоустройство Ярославского Вечного огня. Центр города, исторического. Цена контракта, как вы думаете, 219 243 тысячи рублей. Между прочим, Сколково тоже получит свою выгоду, ведь старую отправят на утилизацию на полигон. Я думаю, что в каком-то дачном поселке вдруг вместо асфальтовых дорожек возникнет хорошая тротуарная плитка. Такое чувство, что кто-то возводит маленький Ярославль где-то у себя за городом, потому что количество плитки, заборов, утекающих в неизвестном направлении, меня, конечно же, впечатляет.